Выпускные в детских садах и школах, последние звонки, уже несколько лет стало традицией на этих праздниках выпускать в небо воздушные шары. Казалось бы, невинная затея, однако экологи напоминают, что гелий, которым наполнены изделия, это тот самый газ, что создает парниковый эффект в атмосфере. Кроме того, шары падают и уже создают угрозу для птиц и животных, которые могут как запутаться в резине, так и проглотить ее и погибнуть. Помимо того, что это могут быть просто резиновые изделия, воздушный шар, то внутри этого шара еще может быть какая-нибудь еще пластиковая мишура, какие-нибудь еще дополнительные элементы украшения. На них могут быть надписи, которые тоже делаются, соответственно, с использованием химических веществ. Поэтому этот вопрос все больше и больше тоже набирал актуальность, и сегодня он стал еще более актуальным. С учетом традиции, которая, в принципе, по логике, и она нежелательна, не должна формироваться как традиция, появились вот такие вот и проблемы. Сегодня одномоментный выпуск этих воздушных шаров, это одномоментный эффект. Он, в принципе, за собою несет только запись, на видеокамере, запись на фотоаппарате, и на этом забыли и дальше пошли. А что дальше делается с этими гелевыми шарами, куда они улетают и где они потом оказываются, этот вопрос почему-то уже, к сожалению, не волнует. Конечно, эта проблема на данный момент не носит совсем уж критического характера, однако только собственная самосознательность каждого жителя этой планеты поможет не довести ее до точки кипения. Я не то что призываю, в принципе, а полностью предлагаю отказаться от этого способа. Потому что мы понимаем, что сегодня это угроза жизни, жизни в первую очередь объектам животного мира. Особенно актуальной будет эта рекомендация накануне районного выпускного бала, который пройдет в Солигорске уже в эту субботу. Центральная площадь станет традиционно центром празднования выпускного вечера. В 18:30 стартует шествие школ, а уже в 19 часов начинается самая торжественная часть – вручение золотых и серебряных медалей выпускникам. Напомним, что в день проведения выпускных в торговых объектах района будет ограничена продажа спиртного.